Партия «Промолдова» начала сбор подписей для запуска процедуры импичмента президента. Об этом заявил лидер формирования Андриан Канду. По его словам, была создана онлайн-петиция, которую могут подписать все желающие. Обращаемся к жителям страны, гражданскому обществу, всему политическому классу. Пришел момент мобилизоваться, показать свое единство. Просим вас подписать онлайн-петицию. В президентуре тем временем заявили, что подобные кампании – не что иное, как отчаянная попытка олигархических групп в парламенте вернуть власть над страной. Как и год назад, единственной помехой для них был президент Игорь Дадон, который не собирается поддаваться этому шантажу, а напротив, решительно настроен сделать все для того, чтобы страна не вернулась в руки олигархов, сообщили в президентуре.